Это произошло 2 недели назад в Голицыно. Константин возвращался с друзьями с тренировки привычным маршрутом. Первый лед испытания на прочность не прошел. Один из юношей оказался в холодной воде. Константин не растерялся, бросился на выручку товарища и вытащил его из воды. Тем самым спас. Приглашение в администрацию округа для Кости и его мамы стало сюрпризом. Мальчик свой поступок героическим не считает. Уверен, на его месте так должен был поступить каждый. Но не скрывает, приятно, что о нем теперь знают многие. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».